Нет, не хотел. Как они вообще пьют? Я не пью сомелье. А почему они? Здравствуйте. До свидания. Таких реально мало. Потому что это не к нам выплыть. Шутно какое-то, шутно. Привет, дорогие подписчики. Это канал «Русская дымка». За микрофоном Глеб, за камерой Паша, Павлентий, Павладос, Павладар. Ручкой помаши, Паш. Все, вот привет. Значит, что, дорогие подписчики, хочу сказать. У нас 100 тысяч подписчиков на канале. Это значит, что 100 тысяч не рукопопых людей на нашем канале, которые умеют готовить самогон, делать пиво, готовить вкусняшки разные. Но, с одной стороны, это хорошо, потому что 100 тысяч – это довольно-таки большая сумма, большая цифра. Но, с другой стороны, почему так мало? Для такой огромной страны, как Россия, должно быть побольше бы таких заинтересованных ценителей натурального. Ну, и по этому поводу мы впервые, канал выходит на улицу. Поговорим с людьми, как они вообще пьют, пробовали, а почему они не продолжают заниматься или вообще не занимаются этим делом. Здравствуйте, меня зовут Глеб. Без комментариев. Глеб. Почему? Ну, потому что я не хотел поинтересоваться, пили ли вы когда-нибудь самогон? Я не пью самогон. А вообще не потребляете алкоголь? Вообще не. Ну тогда большого здоровья вам. Добрый день, меня зовут Глеб. Мы с канала «Русская дымка». Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь пили самогон? Нет. А почему не пили? Пили? А, скажите, сами не хотели бы заниматься? Нет, не хотел. А почему? Это же натурально. Как-то это раньше все за это, так сказать, участковые гоняли. Нет, а сейчас как раз-таки все законно. И не мы, знаю. Мы компания... Я просто пробовал, а производством никогда не думал насчет этого. А сколько вам лет? Мне 35. Ну, по возрасту уже пора приходить на ручное, на классное хобби. Так что помните, что это все законно, это все легально, ну, сейчас, это да. Вкусно и полезно, и главное дешевле, что потом выйдет, чем покупать в КБ. В КБ, тем более сейчас, сами ну, понимаете, акцизы. Ну, как делают, я пробовал, вроде, да, лучше водки было. Ну, то есть первобытное понимание о самогоне, оно уже прошло, сейчас аппараты современные, можно получить 96 градусов, то есть максимально очищенный продукт. Цените натурально, присоединяйтесь к нам. Ага, хорошо. Спасибо вам. Привет, ребят. Меня зовут Глеб. Сколько вам лет? Можно? 19. 18. Блин, слишком молодые. А алкоголь пьете? Да. Естественно. Маме не покажете? Маме. Ну, если она не подписана за нашим каналом, «Русская дымка», которая 100 тысяч подписчиков уже набрала. Смотрите, мы занимаемся продажей самогонных аппаратов, пивоварен домашних, то есть можно делать дома классный продукт. Вот вы когда-нибудь постарше станете, будете заниматься, как вам интересно? Может, у вас и родители кто-нибудь занимается? Нет. Никто не занимается? А, ну вот смотрите. Если я этим буду заниматься, меня начальник поэтому, пожалуй, нет. А почему ты? На самом деле сейчас все законно, это ничего страшного. У нас... Ну, за то, что я с ним не делюсь, естественно же. А почему? Почему? Делиться можно, продавать нельзя. А делиться, пожалуйста. А я румын, я жадный. Мы раскрыли шпиона, товарищи. Привет, я Глеб. Представьтесь. А я Антон. Скажите, смотрите, у нас канал «Русская дымка», мы продаем самогон. Есть такой канал? Да, есть канал, есть магазин. Такой известный магазин, между прочим. Отлично. Известная фирма. То есть вы сами гоните? Нет, не гоню, вот знаю про эту фирму все. А почему не гоните? Вот мы ходим, интересуемся, почему у нас потому так мало? Потому что рано еще. Почему рано? Это рано же, еще. Вы в курсе, что это все законно, все легально, да? Это самое, да, у меня это самое, я возраст еще не подошел. А, еще недостаточно свободного времени, да, чтобы заниматься. Да, ну и то, и другое. А к чему больше тянет? К самогону или к пиву? И то, и другое. Отличный выбор, отличный выбор. Это очень плохой выбор. Почему? Я бы сказал, очень плохой выбор. Почему плохой? Это же все натуральное. Все чистейшее получается. Пиво не натуральное. Не, смотря какое пиво. Если делать самому на солоде, на домашней пивоварне, то получится отлично. Ну, я еще ни разу не пробовал, но я думаю, что у меня все еще впереди. Отлично. Так что канал «Русская дымка», мы набрали 100 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь, тоже подписывайтесь, и там можно, много полезных советов можно приобрести. Канал «Русская дымка», как научиться, да. Ну, как сеть, в принципе. Причем «Русская дымка» сейчас стала самой крупной сетью по продаже самогонных аппаратов вообще в России. Знаю, хотя родом она вся из Кирова. Да, родом из Кирова. Так что давайте ждем и вас на канале. И тоже из Кирова. Да. Все, спасибо. Ну вот, нас уже знают, мы уже не такие малюсенькие-пупусенькие. Здравствуйте, меня зовут Глеб. Как вас зовут?
А что бы вы хотели? Смотрите, мы канал «Русская дымка», на ютубе канал, и мы компания «Русская дымка», которая родом из Кирова. Мы занимаемся продажей самогонных аппаратов. И вот хочу узнать вообще, как люди когда-нибудь пробовали самогон? Нет. Ни разу не пробовали? Нет, желания нет. И даже готовить никто у вас из знакомых нет? Это популярно. Нет, это очень популярно. Так что вдруг у вас какой-нибудь муж, брат, если захочет, то ну, это интересное хобби. Захочет. Если даже захочет, я думаю... А почему? Вы думаете, что самогонщики, они много выпивают? Ну, не факт, что много выпивают, но пьют. Вот смотрите, вот это тоже один из стереотипов, потому что люди, когда начинают заниматься самогоноварением, они больше в этом находят творчество. Они потом экспериментируют. Есть даже случаи, когда люди до этого много пьющие переставали, потому что их больше увлекал процесс. Они просто уже экспериментировали. То есть вы хотите убедить, что это хорошо? Ну, да. Как хобби, ну, это точно интересно. Чистый продукт. Чистый продукт. Нет, это в смысле, если смотреть в альтернативе с чем-то покупным, то, конечно, это лучше, потому что это а, хобби, это б, там, дешевле, и продукт получается чище, потому что ты не знаешь, что это в магазине будет. Ну, все. Потому что это не к нам. Ну, вы глядите, кто разговаривает. А у нас еще, смотрите, можно консервы делать, у нас есть. Да нет, все можно. Вы что, не делаете консервы? Мангалы делают, мясо. Сейчас уже никто не делает никакие консервы. Вы что, это самое? Ну, на самом деле, вы ошибаетесь. У нас все-таки самая крупная сеть магазинов в России. Нет, ну магазин-то ладно делать. Ну, в смысле, люди же покупают товар, значит. Ну, не знаю. Ну, в общем, если что, вдруг надумайте, заходите на канал «Русская дымка» на ютубе. У нас уже 100 тысяч подписчиков. С вами будет больше. Присоединяйтесь. Спасибо. Вам спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у вас мороженое вот оно вот натуральное? Натуральное. Вот смотрите, у нас канал «Русская дымка», мы тоже делаем натуральные продукты, самогон и пивоварение. Вы когда-нибудь пробовали? Слышали? Давно не пробовала. У вас по этому случаю у нас 100 тысяч подписчиков на YouTube-канале. Вы когда-нибудь пробовали самогон? В молодости пробовала. А почему сейчас не пьете? Некогда. А вы реально думаете, что вот самогон до сих пор такой вот невкусный? Старый? Почему невкусный? Да я пробовала вкусный. Отлично. Мне муж делал сам. А до сих пор не делает? Нет. Не делает? А на каком аппарате? Он дома, домашний был аппарат у нас. Ну такой классический, из кастрюльки, да? Нет, там что-то сами кулебины делают. Да. Ну вот сейчас вот... Кировская компания «Русская дымка», которую вы слышали, она самая крупная сейчас в России. У нас более 200 магазинов. То есть, представляете, какое огромное количество самогонщиков, пивоваров. Но если вы не хотите пить, у нас еще в товаре есть. Хотя кто сказал, что вы не хотите? Нет времени. Да ладно. По кисюлику там можно. Будет время. Класс, заходите в гости, да. Хорошо. Все, подписывайтесь на наш канал, спасибо. Воу, кстати, сегодня горячий день, сегодня 2 августа, день ВДВ. Главная наша цель сегодня не то, чтобы интервью получить, а не Привет. Я Глеб. С обеда спешу на работу. 10 минут. Мы осталось. Быстро. Посмотрите, я вот быстро задаю вопрос. Когда-нибудь пробовали самогон? Да. Отлично. Когда-нибудь готовить собираетесь сами? Нет. Почему? А, я знаю, откуда вы. Откуда? А зачем? Ну, я что, на бабку похожа. Вот пройдет лет так 40. Почему? Почему нет? Вы не правы. Может, через 40 лет обращайтесь. Нет, я вам не согласен с вами. Самогон можно пить сейчас, можно дома сделать любой напиток. Вот джин, бамс, ром можно сделать, шикарно, виски можно прекрасно. Сделать. А если у вас папа, это отличный подарок, или там парню, мужу, если парень делает пиво, может быть, домашнее, бумс тоже можно. Предпочитаю воду. Воду? Да. Точно. Ну, не которая горит. Ну, на самогонном аппарате можно сделать дистиллируемую воду, то есть максимально чистую получить. Ну, здорово же. Шикарно. В общем, ребят, девчонки, блин, ребята, сорян. У нас на канале 100 тысяч подписчиков, канал «Русская дымка». Если ваш папа или парень, или брат, сват захочет стать самогонщиком, пивоваром, автоклавщиком, коптильщиком, мангальщиком, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и приходите в наш магазин. Тяжелая неказистая жизнь российского журналиста. Вы вообще пьете самогон? Я вообще 12,5 лет ничего не пью. Да? Что сподвигло вас к этому, к не пить? Болячки старые. А до этого когда-нибудь вообще употребляли самогон? Именно самогон? Причем всех вариантов, да. Включая и украинский с перцем, и кавказский на винограде, всякий. И узбекский, там, бог знает на чем. Круто.
А сейчас как думаете, можно получить классный продукт вообще дома, самогон? Дома? Да, дома. Ну вот дымка, у меня, кстати, треугольник ваш есть, дымка где-то надо вам подарить, наклеиваться на машину. Ага. Вы считаете, что можно дома сделать классный самогон, да? Чистейший, натуральный. Может быть и можно, но я считаю, незачем. Незачем? Лишний продукт вообще в жизни, на мой взгляд. Ну вот есть контраргумент, как бы есть люди, понятно, что делают, которые выпить, они, скорее всего, даже чаще всего не гонятся за качеством, просто... А есть люди, которые этим увлекаются именно как хобби? Нет, вот я скажу, кто любит выпить, то тому хороший самогон в 100 раз лучше, чем хорошая водка. Вот, это тоже верно. Это потому как что... раз к нашему производству. Но хороший. Да. Есть, без сивухи. Вот, а сивуха появляется от того, что люди просто не умеют как грамотно отделить головы от хвостов и от тела. А если у вас типа супер-пупер современный аппарат какой-нибудь, я не то чтобы продаю, я просто пытаюсь рассказывать. Вам надо интервьюируемую какую-то продукцию хотя бы свою. У вас самогон с собой? Блин, так и знал. Я там разгордицы стоят, я думал, они не пропустят. Вы знаете? В дымке сами? Да, мы работаем в дымке. У нас, так сказать. Так вы хотя бы карты скидочные дали. А, пожалуйста, по промокоду ГОНКА, можете ему сказать. По промокоду ГОНКА 5% скидка на любую продукцию. Промокод ГОНКА. Промокод ГОНКА. Приходите в любой магазин в стране. Есть у меня нашатыри, которые считают, что без этого нельзя жить так. Ради бога. Домашний, там тушенку. Нет. Вообще, не рукастый. А зачем? Ну как это, натурально, свое. Когда сам ты руками все сделал, это же чаще и больше ценится, чем покупное. Не находите? Ну вы как думаете, вам проще сходить в магазин купить или сделать самому? И что, как я куплю в магазине, а потом сварю сам. Вот самое простое. Ну вот, так сваришь, то же сваришь, самый сварь, суп, все равно же ты получишь. Нет, почему? Вот я, допустим, пил в Абхазии самогон. Они вот его гонят, а потом туда корки от лимонов, от мандаринов. И да, его переливают, фильтруют, а корки выкидывают. Они как бы сивуху всю забирают. И самогон, вообще запаха нет. А если на колонне гнать? Технологии вот столько, но я вам не рекомендую этим увлекаться, ничего полезного нет сразу. Не про самогон именно конкретно. Не, ребят, да. Мангалы, ребят, мангалы. Начиная от пива. Пацаны, мангалы, по промокоду ГОНКА, скидка 5%. Ладно, спасибо. Удачи. Вот так вот, Паш. Все-таки люди, в принципе, даже с тем, с кем сейчас поговорили, он все-таки все равно... Отсылка у него к каким-то старым данным, все-таки он не знает про колонны. Да, он 12 лет не пьет, но тем не менее, это еще один человек, который не знает про то, как развивается наша индустрия, как люди, каких результатов достигли, что придумали. Колонны, 96 градусов, чистейшие, как слеза, самогон. Пойдем дальше приобщать людей. Здравствуйте, меня зовут Глеб. У меня такой вопрос. Как вас зовут? Алексей. Виктор. Вы когда-нибудь, смотрите, вы пили самогон? Самогон? Бывало. Бывало? А сами хотели бы заняться, в смысле, как хобби? Нет. А почему нет? А мы уже не пьем его. Совсем не пьем. А почему не пьем? Думаете, что вот он такой вот плохой? Нет, не то, что самогон, вообще не пьем. А что за день сегодня? К кому не подойдем, никто не пьет. Может, то, что они ВДВшники, не знаю. Нет, здесь дело-то не ВДВ, просто. И сегодня у нас еще на Ютубе канал 100 тысяч подписчиков. Вот мы ходим, хвастаемся и... Ну, типа, приобщаем людей к алкоголю. Да не, тут даже дело-то не к алкоголю, да, понял, а понял, к натуральному. Мы типа, да не, ничего, это натуральный продукт. Да. Класс, между прочим. Вот, и мы сейчас ходим, тоже к мужчине подходили, он не верит, что дома можно получить чистый продукт. Да ладно. Он, значит, не в том мире живет. Может быть, получите вот, легко. Может быть, пиво может, хотите попробовать дома сделать? Нет, спасибо. А так, как будто вы любите пивко. Кушаем хорошо. Вот, кстати, да, у нас еще производство есть автоклавы, то есть дома можно делать консервы, какую-нибудь тушенку. У нас уже все есть, и скороварки, и автоклавы, все полностью заготовлено. Тогда можно купить. И заготовки делать. Тогда можно купить к автоклаву колонну, чтобы сделать самогонный аппарат. Чтобы дособрать, да? Все, ладно, спасибо. Счастливого. Вы когда-нибудь пили самогон? Да. Сам продукт как вам понравился? Отличный. И когда это было? Это было давно, недавно? Кто? Ой, нет, это уже было давно. Я уже сейчас не пью. Верите ли, что можно дома получить классный, качественный, чистейший продукт самогон? Или вот он как вот в фильме «Самогонщики», вот это вот, Рязановский или чей там? Не знаю, я сам его лично не варил.
Я не могу ничего насчет этого вам сказать. А, то есть нет у вас такого желания хобби сделать, да? Нет, да. А может быть автоклавы, там консервы дома не делаете, тушеночку, ничего такого не делаете? Какие вы все скромные. Ну ладно, спасибо, давайте с праздником еще раз. Ну, в общем, ребят, мы провели этот скромный вечер за общением с людьми, как думали, с нашей аудиторией, которая хочет приобщиться или уже приобщилась. Как оказалось, таких реально мало, что было откровением, удивлением. Либо они, конечно, лгут. Не знаю, в этом я считаю, что ничего плохого. Пережитки прошлого, когда самогон был чем-то, ну, я не буду вам рассказывать, вы и так все знаете. Но, если у вас есть друзья, или вы еще сами не подписаны на наш канал, подписывайтесь, давайте добьем до конца года 1 000 000 подписчиков. Не забываем, что действует промокод ГОНКА на всех магазинах «Русская дымка». Все, всем пока, паштет, полетели.